Я вот тут думаю. Что ты думаешь? Да о чем ты можешь думать, а? Квакуша? Жениться или не жениться? Ну тогда, конечно, не жениться. Как же ты в армию женатиком пойдешь? При чем здесь армия? Ну как, загребут тебя, а на гражданке не жена, а не подруга останется. Ну. Ой, Петь, ну сразу видно, не понимаешь ты ничего в колбасных обрезках. Ну, женатого любят, о нем заботятся. Женатый человек это, ну, солидно, в конце концов. Жень, что ты говоришь вообще? Как ты можешь? Мы уже столько раз об этом разговаривали. Привет, ребят. И вообще, у меня Привет. Ощущение, что ты меня не слышишь. Слышу, я тебя слышу. Ты слышишь? И я слышу. А лучше жениться. Вдруг жена двойню родит, тогда и в армию не загребут. Вот. Достал ты меня, Кабанов, своими советами. Еще мне не хватало только летель женитьбой. Вчера я был молодым, вчера я был беспечным, плевал свысока на приличие и так, и в порядочных компаниях, и при шлопах. Вёл из себя я хуже, чем панк, видел то, что было, и то, чего нет. Не раз выбирал счастливый билет, умирал за любовь и клялся войной. Гулял по волнам и летал над землей. Еще вчера я был далеко, в беспредельном пространстве, в сказочном НЛО. А может быть, все это было лишь сном, небывалым сюжетом и веселым концом. Здрасте. Степа, Степан Алексеевич. Павел Ильич, извините, не могу. Ректор к себе вызывает. Степан Алексеевич. Так хорошо, что я вас встретил. У меня есть грандиозный план по дискредитации Ситникова. Вы знаете, у меня тоже. Ситникова вместо ректора переходит в министерство, заваливает там всю работу, и ректор понимает, как он жестоко в ней ошибался. Нет, это сложно. Сейчас. Это сложно. А все гениальное должно быть просто. А я гений, Степа. Степа. Все. А ты, кстати, обратила внимание на работников ЗАГСа, как они себя вели? А что такое? Хотели дать нам 3 недели испытательного срока, чтобы мальчик с девочкой... Добрый день. И пока, кстати, я не пристыдил их в формализм, и не указал им, что... Из твоих уст обвинение в формализме выглядит очень забавно и стоит дорого. Что, ты хочешь сказать, что я формалист, да? Буквоед, да? Степан Алексеевич, вот эта конференция очень важна для нашего института. Так что, пожалуйста, возьмите ее подготовку и проведение под свой личный контроль. А в сентябре нам с вами, ну, нужно будет встречаться по поводу нее ежедневно. Это хорошо бы, Брун Янович. Только у вас-то в сентябре будет на это время? В смысле? А что такого особенного будет в сентябре? Ну... Новая должность, в министерстве. Вы об этом, Степан Алексеевич? Не иду я ни в какое министерство. Это уже окончательно решено? Ною, да. А в министерстве? Смирились с этим. Так что я остаюсь с вами. А кто-нибудь еще об этом знает? Нет, вы первый, Степан Алексеевич. Что-то не так? Нет, это очень хорошо, что вы остаетесь. Только, может быть, пока не говорить об этом никому. Ну, почему не говорите? Я уже все решил. Мало ли как сложатся обстоятельства. Вчера уходили, сегодня не уходите, а коллектив лихорадит. А так будет спокойнее.
А когда на эту должность назначит другого, то это будет приятным сюрпризом для всего нашего коллектива. Никто ведь не хочет, чтобы уходили. Ну ладно, ладно. Уговорили. Скажу всем об этом позже. Так, что же у нас тут сегодня? Завтра же у нас последний день сдачи документов на получение гранта. Это Верегинский фонд? Ну да. За это Гусев отвечает. Нужно ему позвонить и узнать, как продвигаются дела. Прикинь, я уломал, короче, батю на Сорбонну. Все, да, Сорбонну еду. Да, он что, не хотел? Да он не хотел, потому что он говорит, что связи надо нарабатывать там, где учишься. Да ладно, а ты чё? Чё я? А я все равно работать не собираюсь, поэтому мне учиться там можно, где я захочу, понял? Чё, так и сказал ему, что ли? Да ты чё, я самоубийца, что ли? Я ему навтирал, что там полно наших, что там как раз сейчас все связи вот нарабатываются. Здрасте, Тамара Алексеевна. Доброе утро. Здрасте, Тамара Алексеевна. Тимофин, а если вы не в курсе, хочу вам напомнить. Сессия зачетная в самом разгаре. Да, Тамара Алексеевна, я помню. Ну, помните, а почему вы не сдаете? Тамара, такая красивая. Я не сдаю, ну, потому что я вообще не собираюсь ничего сдавать. Угу. Я, Тамара Алексеевна, в Сорбонну еду. В Сорбонну? А что, вас берут в Сорбонну с вашими оценками? Берут. А что? Ничего. Просто я бы на вашем месте все-таки начала бы сдавать. А мало ли чё? Добрая она какая-то стала, на пару сшаться. Видел? Вот что с людьми делает любовь. Может, попробовать? Сдать, пока она... Добренькая. Не, я в Сорбонну еду. Чего? Чё ты? Сапог убью, ты сейчас! Я по поводу нашей идеи. Господи. Завтра можно собирать ректорат. Павлович, никто не будет этого делать без веской причины. Причина будет. Павлович, может, вам лучше заняться подготовкой документов на грант? Ведь завтра последний срок. Вот на эту тему мы сейчас с вами и поговорим. Пойдемте. Павлович, ну... Пойдемте. Сюда. Ну, Павлович. Степа, моя задача посадить Ситникову в лужу. Ты должен на завтрашнем ректорате... На каком ректорате? На завтрашнем, Степа, на завтрашнем. И ты должен сказать, что для Ситниковой личные дела превыше институтских. Ей наплевать, будет грант или нет. О, Господи. Во-первых, какой ректорат? А во-вторых, зачем сюда приплел Верегинский грант? Ты же за него ответственный. Кстати, тебе все деканы сдали документы? Да. Все, кроме Ситниковой. Почему? А я ее не предупредил. Да вы с ума сошли, Павел Ильич! Вы вообще отдаете себе отчет в своих поступках? Ладно, я ей сегодня скажу. Но план не в этом. Вот и скажите. И вообще, нельзя путать личное с общественным. Ой, Степа, не дави на совесть. А никто не давит. Просто вы, Павел Ильич, меня своими инициативами начинаете пугать. А вы не бойтесь, Степа. Не бойтесь. Делайте то, что я говорю. Вот я стану ректором, то это все зачтется. Кстати говоря, Степан Алексеевич, вы были сегодня у ректора? Да. Угу. Вы говорили с ним об его уходе? Ну, говорили. Что он сказал, когда он сваливает в министерство? Степа, не томи. Скоро. Точно? Точно. Так и сказал. Скоро, говорит, свалю. В смысле, ухожу. Нет, в министерство. Не доживу. Ну, как Антон? Нормально. Вот диплом дописывает. Скоро сдача. Как Саша? Диплом не дописывает, но тоже нормально. В целом. Так. А в частности? Все конфликтуете? Ну, немного. Бывало хуже. Жень, ты чего? Ты просто вспомнил, когда мы последний раз крупно поссорились, я к тебе пришел. Жень, не надо об этом. Да ладно, ну как анекдот. Ты помнишь вообще, мы с тобой...
Я без штанов, лицо Антона. Ты помнишь вообще его лицо? Жень, все, хватит об этом. Ладно, извини. Просто я потом подумал. Хорошо, что мы вовремя остановились, да? Я не помешаю? Ну, что вы, Павел Ильич? Входите. Спасибо. Я по поводу документов. Как идет подготовка? С какими документами? Фонд гранта семьи Верегиных для нашего института. Все факультеты сдали, ваш один остался. А вы ничего мне про это не говорили? Я не говорил? Павел Ильич, я в первый раз слышу. Я еще месяц назад на совещании всех деканов просил собрать документы для гранта из фонда семьи Верегиных. Я не знаю, в каких облаках вы витаете, хотя догадываюсь. Павел Ильич, давайте ближе к делу. Давайте. Надо завтра, уже к утру, но боюсь, что вы уже не успеете. К завтрашнему утру? Да. Все у вас будет. У нас, Тамара Алексеевна. Одно общее дело делаем. Здравствуйте. Андрей Константинович. Кристина, ну как? Я прошла. Первый тур в Щуку. Какая вы молодец! Я так рад за вас. Это все благодаря вам. Если ну бы не вы, я бы опять ну что вы, Кристина, точку. Я-то тут при чем? Как это? Подождите, не спорьте. Если бы не вы, я бы точно завалила. И вообще, все это благодаря вам. Спасибо вам большое. Кристина, зачем вы? Вы не догадываетесь? Прав. Понимаете? Андрей, мне сейчас так хорошо, что я не хочу больше ничего ни скрывать, ни придумывать. Я тебя... Кристина, нам с вами надо поговорить. Очень серьезно поговорить. Ну? Поговорите. Извини. Я не знаю, что со мной. Я знаю. Ты наконец-таки осознал, что я больше не твоя студентка, правильно? Может быть. Могу. Почему, Андрей? Ну, как ты не понимаешь, дурочка, я не могу так. Я... Я хочу подарить тебе миллион цветов. Я хочу провести с тобой этот вечер. И я не хочу никогда тебя от себя отпускать, понимаешь? Не хочу. Дела? Павел Ильич, все хорошо, что хотели-то? Да, ты сегодня ночью должен проникнуть в кабинет Ситниковой. Ночью? Главное, чтобы она тебя не видела. Так давайте ей завяжем глаза. Нет, ты меня в это дело не впутывай. Проникнешь ночью в кабинет и возьмешь вот эти вот такие папочки. Павел Ильич, дайте я вам дам стольник, вы пойдете к киоску ближайшему, там этих папок навалом. Зачем они? Ты кончай острить по-идиотски. Да все, я больше не буду, потому что мне все понятно. Мне кажется, вы неадекватно воспринимаете реальность. Что? Если отбросить все формальности, то мне кажется, что у вас просто поехала крыша. Ты сейчас разговариваешь с преподавателем, с проректором, между прочим. Да, Павлович, не с простым проректором, между прочим, а с тем, кто по чем папки ворует. Ну ладно. Увидишь ты зачет, как свои уши без зеркала. Да-да, я как раз об этом хотел с вами поговорить, Павел Ильич, когда вы меня сюда в кабинет тащили. Дело в том, что я в Сорбон уезжаю, и мне теперь ваши зачеты, ваши папочки, да лампочки, Павел Ильич. Желаю вам удачи. Вот так.
хочешь что-то сделать, делай все сам. Нет, это все-таки черт знает, что такое. Так нельзя! Вот именно потому, что мы делаем все в последний момент, на коленках мы имеем то, что имеем. Адик, ну мы же договорились не ругаться. Успокойся, пожалуйста. Я не могу. Вместо того, чтобы идти сейчас спокойно домой и делать то, что мы должны делать, мы занимаемся вот этой всякой ерундой. Ну, во-первых, я не уверена. Может, Гусев и вправду что-то такое говорил, а у меня из головы вылетело. Старею. Томочка, не говори так. Ну, с тобой и не про это забудев. Да. Со мной? С тобой, с тобой. Адик, перестань меня вгонять в краску. И вообще, не нуди, а лучше помоги. Да, конечно. Ставь задачу. Вот сюда надо внести сведения о факультете. Так. Какая идиллия. Павел Ильич, вы ради этих замечаний пришли или что-то другое еще? Нет, вы знаете, уже поздно. Я так хочу домой. А надо вот срочно сдать документы. Вот папки, которые принесли с других факультетов. Кстати говоря, как у вас идет подготовка? Спасибо, хорошо. Угу, угу. К утру закончим. Не могли бы выручить меня? Завтра сдать все скопом. Лидия Михайловна знает, как все это делается. Договорились? Спасибо. Хорошо. Оставьте это у Лидии Михайловны на столе. Спокойной ночи. Я тут все думаю, ты такая... Кать, ты меня слышишь? Угу. Кать, ты мне нравишься. Нет, я тебя люблю, выходи за меня замуж. Угу. Фу. Кать, ты что, согласна? Угу. Ты что, правда согласна? Вов, ты не видишь, я занимаюсь. Чего тебе надо-то? Что учишь? Теорию интегралов Фурье. Вот и учи. Куда ж Кристинка запропастилась, а? Ну что, поздравляю! Спасибо, товарищи, теперь! И помните, что вы теперь не духи, вы теперь черпаки. Ура! 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 Ну что, братья, пора. Жень, когда я уезжаю, тебе как? Что значит как? Ну, как ты себя чувствуешь? Тебе плохо? Да. Мне грустно и одиноко. У нас остался последний зачет у Кузнецова. Поздравляю. Спасибо. Не болит. Честно, очень. Жень. Ну? И неделя до экзаменов. Может быть, съездим в Киев к Полиночке, а? Там к экзамену подготовимся. Можно. Я подумаю об этом завтра. Да, конечно. Только я думала, что если я уезжаю, тебе грустно. Саш, не начинай, а! Я подумаю об этом завтра. Томочка, а ты Лидии Михайловне уже позвонила, чтобы она завтра утром все это с курьером отправила? Адик, поздно уже. Я ей записку на столе оставила. Черт, дверь не закрывается. Прекрасно.
А ты ключом туда-сюда и закроется. Да я даже всунуть ключ не могу. Для этого, по крайней мере, нужно быть мужчиной. Ну-ка дай. Какие-то хулиганы тебе что-то сюда напихали? Завтра обязательно вызови слесаря. Но это завтра, а сейчас? А сейчас на охране просто скажи, чтобы проверили лишний раз. Все там, идем, поздно уже. Идем, идем. Абонент временно недоступен или находится вне зоны действия сети. Ума не приложу, где она может быть. Ладно, позвоню через пару минут. О! Значит, у меня есть пара минут. Кать, помнишь, ты просила повторить то, что я тебе сказал? Так вот, я готов. Вовочка, иди спать. Поздно уже. Спокойной ночи. Господи, Кристина. Где ее носит-то? А потом к тебе. Давай. Кристина, может, не надо? Как-то неудобно. Что это тебе неудобно? Тебе в костюме неудобно? Ну и в костюме тоже. Он тебе очень идет. Он тебя молодит. А этот вообще... А этот мой любимый. Он мятый и без пуговицы. Давай. Кристина, я и сам могу. Неужели ты не понимаешь, что мне приятно с тобой ухаживать? Я понимаю. Ничего ты не понимаешь. И я не понимаю. Точнее, я не понимала до сегодняшней ночи, как сильно я тебя люблю. Как спалось, Андрей Константинович? Не жалуюсь. Оно видно. Поздравляю вас. У вас все? Да, у меня все, просто наблюдение сделал. Всего вам хорошего. Стоп! Тимоша, вы мне зачет сдавать собираетесь? Вам? Какой зачет, Андрей Константинович? Я в Сорбонну еду. В Сорбонну? А вы знаете, Тимоша, я в Сорбонне спецкурс веду. Что? Секс-курс? Для таких дурочек, как она? Так что зачет вам все равно сдавать придется. Если, конечно, вы доживете до третьего курса. Ну, точнее, доучитесь. Всего хорошего вам, Андрей Константинович. Всего хорошего. Чудик. Да. Григорьева Кристина. Не поступала? Угу. Здравствуйте, Лидия Михайловна. Здравствуйте, Тамара Алексеевна. Оперативно вы сработали? Ну, я имею в виду, быстро отправили документы. Какие документы? На грант. Какой грант? На получение гранта из семьи Верегиных. Я вам записку с подробными инструкциями оставила. Записку? Не видела. Лидия Михайловна, не пугайте меня, пожалуйста. Ну, записку, может, вы и не видели, но документы-то вы отправили? Да ничего я не отправляла, Тамара Алексеевна.
кроме Гусева. Он же почему-то с утра здесь ошивается. Гусев, Гусев. Пропа? Нет. Вы говорите, пропали? Да, это ужасно, Павел Ильич. Не представляю, что теперь делать. Все, нет, ну все. Это катастрофа. Павел Ильич, вам плохо. Может быть, врача вызвать? Вы думаете, врач поможет найти пропавшие документы? А может быть, милицию? Ага. И что мы им скажем? Что вы потеряли важнейшие документы неизвестно где. Выбросили их, можно сказать. Они вызовут санитаров, а санитары упекут нас в психушку и правильно сделают. Что же делать, Павел Ильич? Все, идите, Тамара Алексеевна, идите. Мне надо думать. Павел Ильич! Павел Ильич, ну не убивайтесь вы так, Павел Ильич. Идите, товарищи, идите. Алло, это больница? Здравствуйте. Привет, сестричка. Кристин, ты где была? Ой, ты меня лучше не спрашивай. Слушай, где у нас нитки черные? Вот они, нашла. С тобой все в порядке. Да, первый тур прошла в театральное. Ну почему ты мне не позвонила, не сказала? Ну, Кристин, ну почему? Я вот говорю. А почему ты мне не позвонила и не поинтересовалась, как у меня дела? М? Да я тебе звонила всю ночь и весь вечер, понятно? Ой. Слушай, я отключила телефон вчера и забыла включить. Так, где ты была? Я всю ночь глаз не сомкнула. Я передумала, черт знает что. А звонила себе в больницу, я в милицию собиралась идти, понятно? Не шуми, сестричка. Ну что со мной может произойти, подумай. Ничего. Чей пиджак? Пиджак чей, Кристин? Я тебя прошу. Это Андрей Константинович пиджак? Какая же ты нудная, Катюш. Ты мне лучше скажи, где у нас утюг, а? А мне Андрюше еще нужно штаны погладить. Где? Андрюша? Ты у него ночью была? Угу. Ой, была. У вас что-то было с ним? Не что-то, Катюш, а... Это не смешно, Кристина, это очень серьезно. Ты понимаешь, что ты зашла слишком далеко? Катя, о чем ты? Мне никогда в жизни не было так хорошо, как сейчас. Мне очень-очень хорошо. Ты прекрасно же понимаешь, о чем я говорю. И это должно происходить все по любви, а ты его не любишь. Понимаешь? Ты его не любишь! Вот о чем? Это кто ж тебе рассказывал про любовь-то? Покушай, что ли? Да перестань, перестань! Да ты просто ревнуешь, просто! Ты сама, небось, мечтала быть с ним, а тут раз, тебе и обломчик. Это подло, Кристина. Это очень подло. Слушай, Кать, я тебя прошу, ты можешь уйти и оставить меня? Мне настолько хорошо сейчас, что я совершенно не хочу выслушивать все эти твои нравоучения. Я его люблю по-настоящему. Я не собираюсь перед тобой оправдываться никак. Просто уйди. Я тебе не верю. Уйди, пожалуйста, в пень уйди, на занятия иди, покушай, оставь меня! Павел Ильич! Паша! Паша! Да простись ты, Паша! Да что ж такое-то, ну? Степ, ну что ты врываешься? Ситникова, ты понимаешь, дайте поработать. Ситникова? Да ты уже в курсе, что... Документы пропали? Конечно. А ты в курсе, что ректорат через полчаса? Ректорат? Через полчаса? Сработало, а? Значит, сработало. Подожди-ка, подожди. Ты ж, я ж тебе так говорил, это... что будет ректорат, а ты мне не верил. Это ты? Конечно. Взял документы? Конечно. Ну и где они? Жак. Как? На хоздворе. Утром. Ну, чего ты переживаешь? Никто не видел. На 100%. Паша, ты как тот купец, который, чтобы найти медный пятак, зажег 100-рублевую бумажку.
А вы не волнуйтесь, зато ректор узнает, кто у него преемник, вернее, преемница. Да уж, ты ради этой своей идеи фикс насолить Сидниковой готов институт гранта лишить. Чего ты переживаешь? На будущий год, когда я стану ректором, лично проконтролирую. Ректором, говоришь? Конечно. Это входит в мои планы. Знаешь что, Павел Ильич? Что? Ну что? 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 Вот что я тебе скажу. Вот что я подумал. Подавай-ка ты в отставку. Сейчас? С чего бы? Когда мы сейчас в шаге от намеченной цели. Вот именно. Нет. Послушай меня. Нет. Садись. Нет. Сядь, говорю, послушай. Нет, нет. Я говорю, сядь и послушай. Так. Ты был ответственным за своевременную сдачу документов на получение гранта, так? Так. И что дальше? Документы пропали из кабинета Ситниковой, так? Значит, она во всем виновата. Да подожди ты! Послушай, на ректорате, который, напоминаю, будет через полчаса, ты берешь всю вину на себя и таким образом становишься невинно пострадавшим перед коллективом и, главное, перед выборами. И тогда... Стоп, Степа! Ты гений! Алло? О, Пьер, бонжур! Мой кузен из Франции. Что? Бабушка приезжает. А когда? Завтра? Странно. А почему же она мне не позвонила? А, сюрприз хочет сделать. Пьер, извини, давай я тебе попозже перезвоню. У меня сейчас лекция. А ты мне продиктуешь там номер рейса, время, хорошо? Угу. Спасибо. Что, Екатерина Андреевна приезжает? Угу. Ой. Не бойся, я сам боюсь. Извините, пожалуйста. Здрасте. Здрасте. Господа, ну поскольку за считанные часы мы не успеем подготовить соответствующие документы на получение гранта, я предлагаю устроить разбор полетов, так сказать, и понять, что же все-таки произошло. Тамара Алексеевна, как документы всех факультетов оказались у вас в кабинете? Мне их накануне вечером принес Павел Ильич. Почему именно вам? Он попросил меня их утром отправить. Придется повторить вопрос. Почему именно вы? Ведь Павел Ильич за это ответственный. Я прав? Абсолютно. Видите ли, мне о том, что нужно подготовить документы на грант, стало известно буквально вечером, и, соответственно, я их всю ночь готовила. Так. Хотя Павел Ильич утверждает, что говорил об этом всем деканам ровно месяц назад, в том числе и мне. Ну, а вы-то сами, Тамара Алексеевна, какого мнения? Честно, Бруно Янович, не помню. Ну, может, и говорил. У меня все как-то закружилось, завертелось, а потом из головы и вылетело. Все. Это на вас не похоже, Тамара Алексеевна. Я сама себя не узнаю, Бруно Янович. Позвольте мне сказать, Бруно Янович. Да, конечно, Павел Ильич. Я хочу сказать в защиту Тамары Алексеевны. Уважаемые коллеги, я как Homo sapiens, я прекрасно понимаю Тамару Алексеевну. Она сейчас по-человечески счастлива. И как сказал незаслуженно нами забытый знаменитый ученый на весь мир Карл Маркс, я человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Вообще-то это говорил древнеримский поэт Теренций. Тем более. Вы понимаете, я уверен, что пропажа документов из кабинета Тамары Алексеевны – это чисто случайность, это недоразумение. А вы вправду так считаете? Бруно Янович, я не хочу устраивать охоту на ведьм. Павел Ильич, у вас есть какие-то конкретные предложения? Да. Поскольку я был ответственным за подачу документов, и в том, что это не произошло, виноват только я один, я этой вины себя не снимаю. Поэтому, уважаемые коллеги, чтобы жить и честно трудиться в нашем знаменитом родном вузе,
я принял решение подать заявление об уходе с поста проректора по учебной части. Павлович, вот вы хорошо подумали. По-моему, это скоропалительное решение. Выходит дело, вы виноваты, а Тамара Алексеевна нет. Ну, господа, Павлович поступил как уважающий себя человек, как профессионал, в конце концов, как джентльмен. И, честно признаюсь, не ожидал, Павлович. Спасибо. Кать, я хочу сказать тебе одну очень важную вещь. Ну, точнее, повторить то, что уже говорил. Кать, ты меня слышишь? Вова, отстань. Мне не до этого. Кать, просто скажи мне, да или нет? Да, нет, нет, да. Я не знаю, не знаю. Катюш, ну ты что, переживаешь из-за Ситниковой? Ну не волнуйся, я же тебе говорю, она добрая. Зачет сдашь. Да из-за Кристины переживаю. Подожди, а что с ней? Ой. Потом, Вов, расскажу. Кать, ну Кать. Эмирхан, вот ты мудрый, скажи, ну мне жениться или не жениться? Сад, однажды одному горному птичка надоело летать в одиночку, и он решил жениться. Он умел добиваться своей цели и женился. И все. Не торопись, они жили счастливо, но недолго, заболели птичьим гриппом и умерли в один день. Эмирхан, зачем ты мне всю эту фигню рассказываешь, а? Ты меня спросил, я тебе ответил. Когда я решу жениться, я тебе спрашивать не буду. Черт. Жениться или не жениться? Томочка, милая, это все Гусев. Гусев подстроил. Ну неужели ты не видишь? Летом ректор уйдет на повышение. И перед выборами нового ректора Гусев таким образом набирает себе очки. У нас любят без вины виноватых, ну… Но я же сама во всем виновата. Понимаешь, на ректорате Гусев меня выставил виноватой, а сам себя, джентльменом кающимся, в белом фраке. Правильно! Но это же неправильно, ты же ни в чем не виновата, правильно? Вот смотри, смотри, дорогая, я тебе цветочки купил, твои любимые. Вот только не надо со мной как с дурочкой разговаривать. Я виновата в том, в то увлеклась, в то повела себя как 17-летняя девица, совсем забыла о работе, подумала, что личная жизнь – это для меня, а нет, фигушки. Томочка, прости, пожалуйста, но ты ведешь себя сейчас как 17-летняя вздорная особа. Я такая? Да. Стала с тобой из-за тебя. Смех, да и только, дорогая моя. А я вам чаю принесла. Между прочим, Адольф Рувимыч прав. Я всегда прав. Вот и пейте чай со своим Адольфом Рувимычем. А у меня лекция. Сегодня я иду домой одна. И не вздумай за мной меня преследовать. Посмотрим. Добрый вы сегодня, Адольф Рувимыч. А ведь могли бы и наорать. Пап! Извини, извини, я не кричу, подожди. Ну что значит потерпеть Сорбонны? Ты же обещал, конечно, пап. Отлично, поедем. Ну как-то сдать сессию на отлично, да я никогда, да я никогда! Да я никогда в жизни эту сессию не сдам отлично, пап. Здравствуйте. 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 Вам, Тамара Алексеевна. Они нам больше не понадобятся. Вы ошиблись адресом, дружище. Сорбонна за углом. Да-да-да, папа, я понимаешь, я не то, что на отлично сессию, я ее просто никак не сдам. Алло. Я тебе не в Сорбонну, я тебя в армию балбеса такого.
Папа, подожди, папа. Тебя там быстро жизни научат, дармоед. Ты меня понял, гнида? В армию пойдешь, ты меня знаешь. Пап, я словами не бросаюсь. Пап, я... Будешь сортиры драить. Пап, понял меня? Пап, пап, пап. Привет. Я тоже рада тебя видеть. Слушай, мне тут халтурка подвернулась. Я думал, все, все. А тут раз и подвалили. Жень, да что случилось? Скажи нормально. Мне позвонили из Новобанка, попросили программу составить. Так, где моя большая ручка? Женя, а что ты решил? Что? Ну, насчет вчерашнего разговора. Какого? Ну, по поводу Киева. Ты говорил, что ответишь, как только мы сдадим зачеты. Мы зачеты сдали. Ну, сдали. Ну и что, Жень, мы едем в Киев? Саш, а программа? Заказчик серьезный, понимаешь? Да, понимаю, Жень, но только не понимаю в то же время. У меня ощущение, что ты не скучаешь по дочке. И еще я не понимаю, что ты говоришь, что как только я уезжаю, тебе грустно и одиноко. Так ты не уезжай! Сдадим экзамен, поедем вместе на все лето. Жень, я скучаю по Полине, я поеду в Киев. Саш, понимаешь, мы сдадим... Да все ты врешь, Женя. И врешь, что скучаешь без да меня. Да неправда, я не хочу, чтобы ты уезжала. Женя, я не хочу тебе мешать. Да ты не мешаешь мне. Да мешаю, Женечка, наоборот. Мешаю, да. Ходить в трусах перед Вероникой. Что? Что слышал? Откуда ты узнала? Да уж узнала. Работа у него. Саша, стой! Да не было между нами ничего, честное слово. Жень, еще скажи, что я больше так не буду. Смешно слушать тебя. Смешно? Ну и думай, что хочешь. Подписал. Все-таки подписал ректор мою отставку, а? Рано списывать Гусева, рано! Да, рановато. Но, как говорят, не хвались, едучи нарать, а хвались, едучи с... Ну, знаешь, нет. Вот что мы имеем на сегодняшний день, да? Незаслуженно пострадавший, обыкновенный преподаватель, который не пошел на сделку с совестью, это Гусев. Вот кого мы имеем. Да, Паш, тебе бы не ректором, а пиарщиком работать. А что? Ну, ничего, все правильно говоришь. Ну что, получится из меня ректор, а? Хороший, а? Паша, да что хороший ты... ректор получится, а? Хороший? Да. Хороший буду ректором, да? А? Скажи, да, да, скажи, да, Степа. Будешь. Саша, прости, я был неправ, я еду с тобой. Жень, а ты с кем разговариваешь? Саша в Киев уехала. Ну, а она просила, если тебя увижу, передать. Что давай? Что давай, что? Она просила на словах передать. Прощай. Так, Парамонов встал и вышел. И не надо мне объяснять, что вы не списывали. Сейчас не время изучать конспект. Тем более чужой. У вас на это был целый семестр. Пересдача в следующую среду. До свидания. Владимир. А вас, судя по всему, интересует все, кроме теоремы Фурье. Володя, скажите, вас вообще в жизни интересует хоть что-нибудь? Вот о чем вы сейчас думали? Мне просто интересно. Вот прямо в данный момент, о чем вы думали? Я вот думаю, жениться или не жениться? Вы знаете, честно говоря, Володя, это очень непростая задачка. И здесь, как вы знаете, заготовленных формул нет. Ну-ка, дайте-ка. Адольф Фрунич. Да. Я готов. Можно я буду отвечать?
Косолапов, будьте добры, подождите немножко, у нас очень-очень сложная задача. Хорошо. Вот в эту колонку мы размещаем аргументы «за», а вот в эту «против».